Сначала. Что-то у меня тут очень странно. Привет! Привет! Это Линда Чуни-Чуни, моя подружка миленькая. Да. Она приехала в Корею встретить меня. Да, я из Венгрии. Да, и расскажи, как мы познакомились там. Мы познакомились в Петербурге, когда мы там вместе учились. В общаге. Да. Мы так сделали всякие серьезные мероприятия. Очень серьезные. Очень серьезно было. Обычно по вечерам. Занимались учебом. Конечно, только учебой. Мы там познакомились. Даже как родители они познакомились. Да, это очень смешно, потому что мои родители были в Петербурге. И там в университете имени Герцена. Мои родители там познакомились. Моя мама русская, а папа венгр. И папа там учился, и Новый год, вечеринка, они там познакомились. Когда был женский день, то есть мы с мужем марта, они уже помолвлены, женились. Почему мы не с тобой одели вечеринку? Но мы, к сожалению, не нашли никакого мужа. Мы только занимались учебом, поэтому да, не поэтому, было времени. Наверное, да, поэтому, наверное, не было возможностей. Да, и не отели. Вот я у нее была венгари. Солнок. Солнок. Солнок — это чуть-чуть. Деревня? Для тебя, для нас это... У нас это Сулон считается чуть-чуть деревня, миллиона, но там... Там 70 тысяч. Да. И единственная достопримечательность теперь — семья Индуши и Рудольф. Наша собака. Да. Это было очень смешно, потому что папа все время боялся, что она съест нашу собаку. Он все время защищал. Он так... Так защищал свою собаку и говорит: не смотри, не смотри. Это не ужин. У него большой стресс был. Да, у собачки. Здесь Корея, и все люди смотрят на Линду. Я чувствую себя как обезьянка. В зоопарке. Сегодня один дедушка, ему было, по-моему, лет 100. Минимум. Сказал что-то мне по-корейски, потом начал мне говорить. Oh, very beautiful woman, very beautiful woman. Ну, ей нравится Корея, корейские еды, да. Мы так много... Чуть-чуть острые? Не, вообще не острые. Ну, для меня чуть-чуть. Она там хорошо кушает. Хорошо кушаю, я хрюшка. Мы хрюшки. Мы, знаете, как мы кушали? Что мы кушали? Ноги хрюшки, мясо, мясо. Вчера мы так много выпили. Не, только она. Нет, это не я ошибалась. Она много пьет вообще, алкашка. Я хочу много пить, но я не хорошо пью. Она очень хорошо пьет, потому что она половина русская, так алкоголь не влияет. И половина венгерка, поэтому... Это вообще гений там. Она с собой пьет... Алинку, да. Алинку. Ну, она это как лекарство, когда у меня живот болит. Я вообще не знаю, что такое алкоголь, я только... Всякие сказки слышала, что да, есть алкоголь, но я никогда не попробовала и никогда не буду. Да. Ангел. Например, я, когда у меня живот болит, я принимаю лекарства. Но она пьет алкоголь. Это лекарство тоже. Это народное. У нас народа как траву кушает что-то, но ты бы алкоголь пьешь. Я очень рада, что она приехала. Да, я тоже. Я не могу поверить, что она сейчас у меня дома, там с родителями да. Все познакомились. Она я чувствую себя как дома. Это моя корейская семья. И так много гуляла, она очень любит гулять, она гуляшка. Мы вчера так много гуляли, поднялись в эту крепость. Да, занимались спортом, потом пожрали. Очень ужин. Много. Странные вещи, она все попробовала, будет еда сюда, так. Да. Наши приключения продолжаются. Да. Аннян, пока. Пока-пока. Ой, почему не...